Следующая задача вам покажется очень легкой теперь. Двое по очереди на прямоугольный стол кладут прямоугольники одного и того же размера. Вот у меня здесь лежат книжки одинаковые. Ребята, те, которые не одинаковые, я убираю в сторону. А вот представьте себе, что у меня есть огроменная стопка абсолютно одинаковых книг. И два человека по очереди выкладывают их на некоторый прямоугольный стол. Тот, кто не может положить книгу, не задев уже лежащую, проиграл. Ну, давайте я покажу примерно, как это выглядит. Скажем, кто-то берет, кладет книжку. Второй игрок ему отвечает. Первый кладет куда-то. Второй игрок отвечает. Первый кладет куда-то, второй отвечает, первый кладет куда-то, ну и так далее. Важно, чтобы не вылезало за пределы стола и чтобы не налезали друг на друга. Налегали друг на друга. Кто не может положить очередную книжку, тот проиграет. Выиграет второй, каким образом? Разделим чем? Какой-то прямой, как я там рисовал? Вот такой прямой, да? Замечательно. А теперь смотрите. Я кладу книжку вот так вот, чтобы она чуть-чуть, но на эту прямую заходила. Тогда, чтобы поддержать симметрию, вам, казалось бы, надо класть вот так, но залезет. Я могу не дать вам симметрию. Нет, все немножко не так. Решение основано на симметрии, но другая симметрия нужна. Какая?